Всем привет! Продолжаем исследовать картины Антонелло да Мессина «Мертвый Христос, поддерживаемый ангелом». 1475-1479 год. Холст, масло, 74 на 51. На картине «Мертвый Христос, поддерживаемый ангелом», на заренном светлом фоне, где с трудом различается родной город мастера Мессина, отчетливо вырисовывается фигура Христа и ангела. Ангел плачет, но как бы внутри, про себя. Только его глаза потемнели, покраснели веки, искривилось личико, и он не смог сдержать две почти невидимые слезы, оставившие влажные следы. Христос мертв. Светлое небо лишь подчеркивает скорбь держащего его ангела. Иконография и эмоциональная трактовка темы, связанные с творчеством Джованни Беллини. Живописцу свойственна высокая техническая виртуозность, тщательнейшая проработка мельчайших деталей, внимание к глубине фона и монументализму форм. Вот такое описание нашел картины «Мертвый Христос, поддерживаемый ангелом» Антонелло да Мессина. Пока-пока. До свидания. Thank you.